От дома до работы Константину ехать около 5 километров, а по пути нужно еще завести сына в детский сад. Поэтому, чтобы не опоздать на занятия, важно четко и правильно рассчитать время выезда. Но на машине успеть вовремя не всегда удается. Движение в городе в утренние часы буквально парализовано. Как утверждает наш герой, велосипед – отличная альтернатива. Мы решили это проверить. Дело в том, что в городе достаточно серьезная ситуация с пробками, поэтому на велосипеде то же самое время, как и на машине. 20 минут, и я на работе, даже быстрее. А тебе нравится больше на машине или на велосипеде? На велике. А почему? Чем тебе нравится ездить на велосипеде? Потому что машина портит воздух, а велик не портит воздух. У него нету газа, а... У машины есть газ. И мы ездим, как в машине с музыкой. Слышите? Вот такая. Вот. Мне это все равно, а мальчику приятно. Нам пора в детский сад. До свидания. До свидания. До новых встреч. Хорошего дня. Ну а мы отправились вслед за нашим героем, только на автомобиле. В пути мы то отставали и вместе с другими машинами зависали в пробках у светофоров и пешеходных переходов, то снова догоняли. Вот неплохо бы, чтобы в городе были построены велодорожки. А в городе их действительно не хватает. Есть лишь небольшой участок на Советской улице, где для велосипедистов наладили комфортное передвижение. В остальных случаях приходится или передвигаться по проезжей части, или подвергать опасности пешеходов. А у нашего героя тем временем первая часть пути преодолена. Насколько активно в вашей семье пользуются подобным транспортом? Очень активно. Мы практически каждые выходные выезжаем на велосипедах кататься. Даже в будни, если удается, если не поздно приходим с работы, то обязательно катаемся. В утреннее время нам встретилось несколько велосипедистов. Например, Александр, житель Видного, рассказал, что передвигается на железном коне круглогодично и почитает его даже больше общественного транспорта. Ведь это всегда свежий воздух и спортивная нагрузка. Меня этот велосипед очень выручает, особенно в час пик. Я могу проехать дворами, по аллейкам, по этим. Гораздо быстрее добираюсь, нежели на транспорте общественном. Конечно, велосипед нельзя назвать спасением. Выручает он только в хорошую погоду. Но по всему миру, в небольших городах, количество поклонников двухколесного стального коня неизменно растет. И в нашем родном Видном у многих учреждений предусмотрены места для парковки подобного транспорта. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.